Они выращивают зерно и масличные культуры, производят молоко и мясо, снабжают овощами и фруктами. Вклад фермерства в продовольственную безопасность страны сложно переоценить. Работа в фермерских хозяйствах идет практически нон-стопом. Сегодня же время принимать поздравления. 10 июня в России отмечают День фермера. Теплые слова труженики земли услышали и от депутатов Курской областной думы. Хотел бы искренне поздравить всех, кто работает в сельском хозяйстве, кто обеспечивает продовольственную безопасность. У нас на территории Курской области более 900 руководителей крестьянских фермерских хозяйств, более 3000 личных подсобных хозяйств. И они, естественно, оказывают существенный вклад в продовольственную безопасность не только нашего региона, но и Российской Федерации. Курские аграрии не перестают бить рекорды. В прошлом году в регионе собрали более 6 миллионов тонн зерновых и 5 миллионов тонн сахарной свеклы. По объемам производства сельскохозяйственной продукции Курская область занимает третье место в Центральном федеральном округе. Наращивается производство мяса, увеличиваются надои молока. Все это стало возможным благодаря в том числе государственной поддержке аграрного сектора. В стенах Курской областной думы регулярно принимают законопроекты, которые помогают тем, кто работает на земле. В условиях специальной военной операции у нас 6 районов на западе Курской области непосредственно попали практически в зону боевого соприкосновения. И Курская областная дума принимала ряд постановлений, которые давали льготы фермерам в приграничных районах. Мы обращали внимание на условия вот работы в современной жизни. Поэтому мы в дальнейшем намерены на то, чтобы не просто сотрудничать с нашими сельскохозяйственными производственниками, а создавать для них условия для их дальнейшей жизни и развития. В Курской областной думе работает постоянный комитет по аграрной политике. Депутаты выезжают в районы, чтобы своими глазами увидеть и помочь с решением проблем, которые стоят перед сельхозтоваропроизводителями. А в конце уборочной кампании этого года в стенах облдумы пройдет круглый стол с участием глав фермерских хозяйств. Эта инициатива у нас обсуждается уже давно, и мы заранее договаривались об этом мероприятии, потому что использовать такой инструмент, как право законодательной инициативы областной думы, ну, это наша святая обязанность. Мы должны использовать любой инструмент, чтобы защитить свои интересы, обозначить проблемы. Это и есть та форма, одна из форм диалога власти и производства. В честь праздника Дня фермера лучшие аграрии региона были отмечены Курской областной думой. Заслуженные награды они получили из рук председателя регионального парламента Юрия Амирева.